Последствия беспечного отношения к собственной осанке бывают весьма плачевны, поэтому важно бороться с такой проблемой еще на ранних стадиях. В этом может помочь новая разработка американских ученых – необычная биометрическая система, состоящая из датчиков, которые крепятся к одежде. Как только человек начинает сутулиться, приборы вибрируют, напоминая о том, что необходимо выпрямить спину. По словам разработчиков, гаджет поможет избавиться от сутулости и даже сколиоза. Удивительно простое и эффективное изобретение, не правда ли? С вами Маргарита Воробьева и полезный дайджест о комфортной жизни в мегаполисе, красота и здоровье. Здравствуйте! Сегодня в программе. Работа над ошибками, как после праздников избавиться от лишних килограммов. Мы – то, что мы едим, полезные свойства экзотических орехов. Дентальная имплантация, как добиться идеальной улыбки. И эффект невесомости, роботизированной системы в борьбе за здоровье позвоночника. Привести себя в порядок в сжатые сроки и быстро похудеть. Сейчас для многих вполне актуальный вопрос, потому что после новогодних праздников набранные лишние килограммы, как правило, видны невооруженным глазом. В решении этого вопроса на помощь приходят современные косметологические аппаратные методики. Сегодня благодаря инновационному оборудованию можно решать целый ряд эстетических проблем одновременно. Без диет и тренировок буквально за несколько сеансов есть возможность избавиться от жировых отложений и целлюлита, подтянуть кожу и ускорить обменные процессы в организме. Секреты универсальной методики раскроем прямо сейчас. Современные стандарты красоты предъявляют высокие требования к внешности. Точеная фигура без лишних сантиметров, подтянутая ровная кожа без намека на целлюлит. Приблизиться к такому идеалу без диет и тренировок вполне реально. Аппаратные технологии сегодня способны устранять и массовые жировые отложения, и отдельные проблемные зоны на стройном теле. Удается справиться даже с генетически обусловленными жировыми ловушками. Есть технологии, которые комплексно работают с несовершенствами фигуры, решая несколько задач одновременно. 4D-моделирование фигуры действует сразу в четырех направлениях. Уменьшает объем жировой ткани, тонизирует мышцы, ускоряет выведение продуктов распада, заметно укрепляет и выравнивает поверхность кожи. Сочетание передовых технологий позволяет достигать потрясающих результатов, моделируя идеальный контур фигуры. Методу поддаются даже самые плотные, массивные слои жировой ткани и застойные целлюлитные образования. Специалисты отмечают, новая технология похудения быстро набирает популярность и связывают это с механизмом полной ликвидации избыточной жировой ткани из проблемных зон. Жировые клетки погибают и не имеют возможности больше накапливать жир. А значит, стройный силуэт удается сохранить надолго. При соблюдении диеты или при интенсивных физических нагрузках жировые клетки сплющиваются. Но после возвращения к привычному образу жизни быстро набирают свой объем. 4D-моделирование полностью разрушает адипоциты. Погибшие жировые клетки навсегда выводятся из организма с обменом веществ, и фигура становится более привлекательной. Процедура комфортна и безболезненна. На теле не остается шрамов. Поэтому 4D-моделирование сравнивают с безоперационной пластикой. 4D-моделирование – это удобный способ поддержания формы. Одна процедура вместо четырех, чтобы убрать лишние сантиметры, растяжки и целлюлит, чтобы кожа выглядела более молодо и подтянуто. Однако людям с серьезными эндокринными нарушениями, с кардиостимуляторами и молодым мамам во время кормления этот способ борьбы с лишним весом противопоказан. Сегодня совершенствовать фигуру стало легко, без пластики, голода и тренировок, сохраняя молодой и привлекательный вид в любом возрасте. При этом врачи напоминают о необходимости соблюдения элементарных правил здорового образа жизни. Знаете ли вы, что существуют продукты с отрицательной калорийностью? Энергия, затрачиваемая на их пережевывание и переваривание, сопоставима с количеством килокалорий, содержащихся в них. К таким продуктам относятся некоторые ягоды, зелень и большинство овощей, из которых можно готовить разнообразные салаты. Самый яркий представитель – сельдерей. Трехдневный курс похудения. Без диет и тренировок. Три мощные аппаратные методики для безупречной фигуры. Всего за 9000 рублей. Медицинский центр «Доктор Ост». 328-09-28.
Красивая стройная фигура напрямую связана со сбалансированным рационом. Здоровое питание чрезвычайно важно, ведь именно от него зависит ежедневное функционирование и работоспособность нашего организма. Настоящим кладезем полезных веществ и лучшими защитниками сердечно-сосудистой системы диетологи считают орехи. Наряду с привычными грецкими, кедровыми и арахисом в нашей стране популярны и весьма экзотические – бразильские макадамия пекан. Подробнее об уникальных свойствах этих необычных орехов расскажем прямо сейчас. Орехи – это, пожалуй, самый удивительный продукт диетологии, без которого невозможно представить полноценным здоровое питание. Небольшая горсть орехов в день вместо бутерброда с колбасой – хороший перекус, который защищает сердце и сосуды, а также обеспечивает организм витаминами и минеральными веществами. При этом каждый орех обладает своими исключительными вкусовыми и целительными свойствами. И если знакомые с детства арахис или грецкий уже приелись, то советуем присмотреться к экзотическим. Похожие на полумесяц бразильские орехи напоминают по вкусу кедровые. Они способствуют снижению уровня холестерина и нормализации сахара в крови. Помогают детям расти, а излишне нервным взрослым переживать стрессы. При ежедневном употреблении бразильского ореха рекомендуется съедать не более 2 штучек. Этого достаточно, чтобы восполнить дневную норму селена. Бразильский орех подают к столу как легкую закуску, иногда посыпая сахаром или солью. Мелко порезанные орешки хороши в салатах, в хлебе, пирогах и выпечке. Еще один необычный представитель – орех пекан. Внешне он похож на грецкий, но у пекана более гладкая вытянутая скорлупа и более нежный и мягкий вкус, без горчинки. Ненасыщенные жирные кислоты делают этот экзотический орешек идеальным продуктом питания для сердечников. Также врачи рекомендуют эти орешки как средство от хронической усталости и при отсутствии аппетита. Пекан используют в приготовлении сладких десертов, а также в некоторых пикантных блюдах. Макадамия, пожалуй, самый дорогой и редкий орех в мире. По своей питательной ценности, вкусовым качествам и калорийности он рекордсмен среди орехов. В 100 граммах содержится около 700 калорий. Регулярно включая в рацион макадамию, можно помочь организму вывести токсины, привести в норму обмен веществ, уменьшить проявление гипертонии и укрепить иммунитет. По вкусу макадамия напоминает лесной орех. Крупные ядра обычно поджаривают и покрывают карамелью или шоколадом, а маленькие дробленые добавляют в салаты и блюда из морепродуктов или давят из них масло. Но орехи можно употреблять не только в их естественном виде. Еще в 18 веке в Дагестане придумали очень интересное лакомство – урбеч. Это высокоэнергетическая питательная густая паста из разных семян и орехов. Натуральным консервантом здесь выступает масло, выделяемое от перетирания ингредиентов, поэтому в ней нет никаких дополнительных добавок. Каждая паста обладает особенными свойствами. Они зависят от орехов, из которых она состоит. В кулинарии урбеч употребляют как вкусный сладкий десерт, а в диетологии – в качестве энергетической добавки для быстрого восстановления сил. Бананы почти в 1,5 раза питательнее картошки, а в сушеных бананах в 5 раз больше калорий, чем в свежих. В одном банане содержится до 300 миллиграмм калия, который помогает бороться с повышенным давлением и укрепляет сердечную мышцу. Каждому человеку в сутки требуется 3 или 4 грамма калия. Сеть магазинов «Ягодка» предлагает широкий ассортимент эко-биопродуктов для здорового питания. Для вас всевозможные виды ягод, грибов, орехов, сухофруктов, меда, кофе, чая и специй. Также у нас вы найдете оригинальные, вкусные, а главное – полезные подарки для своих близких. Ждем вас в магазинах на 8 марта 61 и Варшавской 30. Звоните 3-614-623. Магазин «Ягодка». Красота здорового питания. Плохая экология, неправильное питание, стрессовые ситуации. Все это влияет на состояние нашего организма. С возрастом негативные факторы начинают отражаться на коже лица. Она становится серой, теряется тонус и появляются морщины. Чтобы сохранить природную красоту как можно дольше, современные косметологические клиники предлагают массу разнообразных методик. В борьбе с возрастными изменениями одними из наиболее эффективных считаются лазерные и инъекционные процедуры. В следующем сюжете мы расскажем вам о новинках в этой сфере – лазерной шлифовке и биорепарации.
Подчеркнуть свою индивидуальность и снять возраст с лица теперь можно и без скальпеля хирурга. В клинике «Реформа» на маршала Жукова 13 с помощью инновационных лазерных технологий можно добиться стойкого омолаживающего эффекта. Лазерная шлифовка век – это альтернатива хирургической блефаропластике. То есть после воздействия лазера происходит стимуляция коллагена, глазки раскрываются, кожный лоскут сокращается, мелкие морщинки разглаживаются. Помимо лазерных технологий в клинике широко применяются инъекционные методики на основе гиалуроновой кислоты. Одна из новинок – процедура биорепарации. В отличие от биоревитализации, в основе соединения биорепарации лежит модифицированная гиалуроновая кислота, которой пришит витамин С и аминокислоты, что позволяет препарату достаточно длительно находиться в коже. Благодаря этому процедура способна решить сразу несколько проблем – увлажнить кожу, устранить пигментные пятна и разгладить морщины. Таким образом, получить максимальный результат можно при минимальных воздействиях. Клиника «Реформа», улица Маршала Жукова, 13. Хотите преобразиться в новом году? Уберем носогубные складки и сделаем красивые губки всего за 12 990 рублей. В клинике «Реформа» на Маршала Жукова, 13. Звоните 287-87-78. Все новогодние праздники по телевизору можно было наблюдать, как самые разные звезды эстрады и кино блистают шикарными улыбками. И не секрет, что такие идеальные зубы от природы даны далеко не всем. Причина совершенства – серьезная работа стоматологов. Кстати, как раз сейчас, пока рабочая суета не захватила ваши будни, еще остается время, чтобы посетить специалиста, который сможет сделать голливудскую улыбку и у вас во рту. О дентальной имплантации поговорим далее. Чтобы ощущать себя счастливыми, важно быть уверенными в себе, своей внешности и здоровье. Красивые и здоровые зубы – часть культуры и успешности современного человека. При выборе клиники обращайте внимание на оснащенность передовыми технологиями и оборудованием. Так, современные стоматологические клиники европейского уровня проводят лечение зубов под микроскопом. Это позволяет проводить сложные работы в труднодоступных местах, такие, например, как перелечивание каналов. Но при любом виде лечения, а также протезирования зубов, важна диагностика. Наша героиня собирается поставить импланты. Важно подобрать систему имплантов наиболее точно. Делается обследование, такая как компьютерная томография, чтобы можно было подобрать систему имплантов. Разные системы имплантов имеют разные диаметры, разные длины. Благодаря имплантации можно решить проблему отсутствия одного, нескольких или даже полную потерю зубов. Имплант – искусственный титановый корень, который ввинчивается в кость на место отсутствия зуба и на который впоследствии фиксируется коронка. Современный процесс имплантации занимает в среднем 20 минут вся операция. От момента, когда пациент входит, до момента, когда пациент выходит из операционной. Процедура абсолютно безболезненная, применяется под местной анестезией. Не страшнее лечение зубов. Установка имплантов имеет множество преимуществ. Возможность замещать отсутствующие зубы без обточки соседних зубов, обойтись без съемного протезирования даже при отсутствии большого количества зубов. А также зуб будет иметь свой корень. Хочется развеять некоторые мифы об имплантации. Я буду долго ходить без зуба. Нет, все пациенты уходят либо с временной конструкцией, либо это съемная конструкция, либо временная конструкция на импланте. В современной практике стоматологи советуют пациентам устанавливать имплант практически сразу же после удаления зуба. Это оптимальный вариант, хотя при необходимости хирурги и имплантологи занимаются и костной пластикой в случаях, когда кость деформирована или атрофирована. То есть есть процесс имплантации, потом идет процесс остеоинтеграции, когда имплант приживается, который в среднем составляет 3-4 месяца, и после процесса остеоинтеграции проходит протезирование непосредственно, то есть одевается на имплант коронка. Большинство европейских производителей систем имплантов дают пожизненную гарантию на них, то есть в случае каких-то проблем пациенту безвозмездно заменят имплант. Знаете ли вы, что в некоторых странах красивыми считаются зубы неправильной формы? Так, например, в Японии обладательницы идеальных зубов иногда специально искривляют их, чтобы добиться так называемой улыбки Аиба. В стране восходящего солнца сейчас это главный стоматологический тренд. Девушки с такими зубами считаются по-детски привлекательными и милыми.
Европейский стоматологический центр – одно из ведущих медицинских учреждений, осуществляющих лечение, имплантацию и протезирование зубов в Екатеринбурге в строгом соответствии всем европейским стандартам. Чапаева, 23, телефон 288-76-18. Знаете ли вы, что космонавты в условиях невесомости становятся выше примерно на 5 сантиметров? Это происходит из-за того, что в космосе отсутствует давление на позвоночник, и он вытягивается во всю длину. На основе этого наблюдения в Америке разработали специальные аппараты-роботы, которые помогают лечить разнообразные заболевания позвоночника. Роботизированная система создает условия, близкие к невесомости, глубоко расслабляет мышцы и аккуратно раздвигает смещенные позвонки, не задевая здоровые участки. Таким образом устраняется как болевой синдром, так и причина его возникновения. Подробнее об инновационной технологии расскажем прямо сейчас. Боль в спине, онемение рук, ног, шеи, скованность движений – неприятные симптомы, часто приводящие к серьезным осложнениям. Грыжа, протрузия позвоночника, артрозам и другим заболеваниям суставов. До сих пор при таких диагнозах назначали операцию. Разработки ученых американского аэрокосмического агентства значительно расширили возможности врачей. На смену хирургическому вмешательству при сложных болезнях позвоночника и суставов все чаще приходят роботизированные технологии. Роботы бережно возвращают позвоночник в анатомически верное положение. И таким образом воздействует не на следствие болезни, боль, отек и воспаление, а на ее причину – смещение позвонков. Если на снимке МРТ мы видим смещение между пятым и шестым позвонком, то машина будет работать именно с ними, не затрагивая здоровые позвонки, не подвергая нагрузке весь позвоночный столб. Вытяжение помогает значительно сократить или полностью избавиться от грыжевого выпячивания. Это хорошо видно на снимках МРТ. Пережатые прежде нервы и кровеносные сосуды освобождаются. Как результат, уходит боль, восстанавливается питание хрящевых тканей сустава и объем двигательной активности, нормализуется давление, улучшается сон и память. И все это без наркоза и скальпеля хирурга. Облегчение в самочувствии пациенты отмечают уже в ходе первого сеанса. Раньше была скованность, сильная скованность, особенно в ногах. А сейчас как-то это все мягче, нету вот спастики такой. Намного лучше стало. Мы зафиксировали положительную динамику вплоть до полного исчезновения симптоматики более чем в 90% случаев. Спина у меня болела уже давно, особенно поясница. Боль стала очень большая и обнаружили грыжу. Обещали операцию. Стал выяснять, что еще есть, обнаружил метод безоперационного лечения. Врачи предполагают, что грыжа уйдет полностью. Раньше такие космические технологии были представлены лишь в единичных клиниках мира. Сегодня же технология безоперационного лечения болезней суставов и позвоночника стала доступна и жителям Екатеринбурга. Позвоночник взрослого человека может выдержать вертикальную нагрузку до 400 килограммов. Такую прочность ему обеспечивает тканевая жидкость, которая заполняет межпозвонковые диски, а мышцы при напряжении их фиксируют и создают биоструктуру прочнее бетона. Артрит, артроз, суставы крутит, сковывает, нет сил терпеть. Доктор Ост. Не заглушаем боль, помогаем избавиться от причины болезни. Лечим по передовым технологиям, без операций и лекарств. Доктор Ост. 227-09-09. С вами была Маргарита Воробьева. И это все, о чем мы успели рассказать вам на этой неделе. В следующей программе еще больше полезных советов, которые уже готовит наша редакция. Увидимся совсем скоро.